В Одинцово напротив Центральной городской библиотеки номер 1 ведутся работы по благоустройству территории будущего сквера имени Михаила Пришвина. Здесь будут установлены современные качели и скамейки, а также стенды с информацией о жизни и творчестве известного писателя и публициста. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул, что благоустройство ведется за счет внебюджетных средств.